правда. Нихуя. Ух ты, нихуя! Дурачок, что ли, блядь? Никто не знает, и еще немного об истории Италии. По вашему случаю, от 15 марта, насколько я вижу, вы писали заявление, да, на согласование станции Киа-центр? Охереть. Не бойся, ничего не случилось. Все живы, ничего не случилось. Вот так бывает, блядь. Заебись. Ох, как. Ох, ты ебаный ты папуас, блядь. Твою мать, ты смотри, что. Тихо. Это он как так? Ничего, надо помогать, блин. Охренеть. Охренеть. Пипец. Да ты какой-то ебанутый, блядь, сегодня. Ну, в этот раз хоть поворот показал. Ой, охуеть, блядь. Есть, блядь. Дважды охуеть, блядь. Готовы, нахуй. Я не могу знать, какие ваши чувства я оскорблю тем, что я вот сейчас возьму эту чашку и начну с нее. Вы можете быть в этом хорошо воспитаны, что вас оскорбляет во время беседы с вами. Кто-то ест или пьет, потому что это неправильно, по этикету это не положено. Что бы ты ни говорил, чьи бы злые языки там чего не обсуждали, номер телефона работает, да-да, 3775583, кстати, его уже штурмует. Ребят, а чего звонить? Подождите, подождите, не спешите. Через отдельную. Кошмар.
6300, скоро уже так и так. Ни хрена себе. Это что это такое было? Это что такое было? Это что такое-то? Он, сука, любит Пипец. Господи, мамочка.